В социальных сетях активно обсуждают резонансную историю о нападении неизвестного мужчины на малолетнюю девочку в столице Якутии. Сейчас следователи проводят по этому факту проверку, рассказывает Афанасий Николаев. Нападение на школьницу произошло в одном из спальных районов Якутска, недалеко от ДК Кулаковского. В 4 часа пополудни неизвестный мужчина вслед за ребенком, открывшим домофонную дверь, зашел в подъезд многоквартирного дома и напал на 9-летнюю девочку. По предварительным данным, девочка возвращалась домой, когда в подъезде дома неизвестный мужчина схватил ее и попытался зайти под лестницу. Звук открываемой двери заставил неизвестного отпустить ребенка и скрыться. Уже после нападения коммунальщики установили здесь металлическую решетку на замке. Но если бы не счастливая случайность, этот темный угол идеально бы скрыл и жертву, и нападавшего. Мама ребенка обратилась в полицию. К делу подключились сотрудники Следственного комитета. В данный момент идет расследование произошедшего и поиск подозреваемого. Стоит отметить, что, вопреки слухам, никакого роста количества нападений на детей в этом году не отмечается. Возбуждено 133 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. В том числе по преступлениям против половой неприкосновенности детей 78 уголовных дел. За аналогичный период прошлого года возбуждено 137 уголовных дел, в том числе 77 по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно описанию, в нападении подозревается мужчина 25-30 лет славянской наружности с очень короткой стрижкой в кожаной куртке. Правоохранительные органы призывают всех горожан соблюдать максимальную бдительность и не оставлять детей без присмотра. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.